вышли на прогулку. На воскресную всей семьей. Хотя, в принципе, мы и в будние дни все вместе гуляем, потому что по-другому не получается. Сейчас снимем важных персон. Да? Персоны? Что малыши делают? Вернули блатные номера на место. Ну да. Я, кстати, поменяла название у канала и поменяла оформление. Зацените, как вам. Кристина вон качается на качелях. Из всей площадки нам всегда интересны только качели. Такая вот площадочка наша, любимая. У нас хорошо, такая погода теплая. В куртках на самом деле даже жарко. Не знаю, почему Кристина вообще застегнулась. Но мне лично жарко. У Кристины прям появился какой-то очередной порыв любви к маме с папой. Все надо с мамой, с папой делать. Исключительно. Одной никак. Ну, она вообще и с детства не могла ничего одной делать. Вот. А теперь вообще... Вот это вот папа, мама, папа, мама, папа, мама. Дети вообще смешной народ. Мы гуляем с коляской, малыши спят. И детям говорят... Можете потише, ну, чтобы не кричали рядом с коляской. Они такие, да, да, конечно. И через 5 минут. Все, забыли. Кто-то такой хороший. Это кто-то такой хороший проснулся. Побежали, можно обгонять. Можно обгонять. Ай, хороший мальчик мой, да? Зайка. Зайка маленький. Вот такая лапа вкусная у жирафа. Вкусная лапа, да? Не лапа, а нога, скажи, мама. У жирафа нет лап. Вообще с нами вместе я могу снимать, когда хочу, что хочу. Бедная собака. У него шапка на глаза упала. А шлёни полетели.
пучок. А, звук маленький. Скажи. Тигр. Тигр. Как там в песне пелось? Тигра? Который в Винни-Пухе тигра был? Да не. Так это же из Винни-Пуха. Я в курсе. А что ты в другой стороной не надеваешь шапку? Потому что нам так больше нравится. Да, Егор? Не буди брата. Ты же сам сидишь в какашках. Да? Так я уже всю дорогу сижу. Да, я то так же, как ты. Блин, жалко, что лето уходит на самом деле. Да, по тебе видно, что по-летнему одета. Нет, я про то, что травка зеленая, все зеленая. Сейчас будут какашки. А скоро будут, вот именно скоро будут какашки одни. А потом снег. Все беленькое. Сейчас такой снег тут. С сереньким. Жалко. 100-500 одежек надо будет, да? Оп. Оп. Не снимайте меня, да? Не снимай, уберите камеру. Что это такое? Кто вам разрешал? Ну, Кристина, там в обществе мальчика, смотри. Автокресло будет в коробках, все дела. Запечатано. Нормально все с ним? Ну да. Ну ты же сама говоришь, этот сайт нормальный. Заказали на Акушерстве новое автокресло мальчишкам. Инглизина, какой-то там... Ну, Newborn. Newborn, да. Он везде стоит, в детских магазинах по... 18, да, 19. 18-19, а мы заказали за 13. 700. Ну, хорошо. За 14. Нам бесплатная доставка, да? Да. Но почему-то бесплатная доставка через браузер, а через приложение 700 рублей доставка. Через приложение заказывать. То есть наоборот невыгодно через приложение? Да, наоборот через приложение. И через приложение нельзя наличные оплатить при доставке. Ну да, почему-то у них, короче, не совпадают там мнения. Но посмотрим, что придет. Обещали, что запаковано в коробке. Что типа все как надо, мошка в глаз влетела. Вот. Проверим, что там за автокресло, потому что наши уже нам надоели, и, в общем, как бы... Почему мы продаем наше автокресло? Ой, меня кто-то зовет. Ну, в общем, уже мне кажется, что они выросли с тех автокресел, они в них не хотят лежать. То есть, так как автокресло полулежа сделано, они все время пытаются садиться, и это неудобно получается. Меня сейчас камнями закидают. Кого? Тебя. Меня? Да, потому что неправильно сажать ребенка в первую группу. Почему? Она с 9 этих килограмм. Да больно вы кусаетесь своими двумя зубами. Вот. Ну, нет, по-любому, дети правильно? Не будут ездить еще месяц, там, два. Ну, мы некуда нам ездить пока. Что-то нам некуда ездить. Ну, куда нам ездить? Мы найдем. До магазина пешком дойдем. Мы найдем, мы всегда находим, куда нам ездить. Ладно, все, я выключаю. Тут балалайку. Ты чё? Держи. Ужас, скажи, папаша. Съем тебя, охота. Съем тебя. Ой, уронил. Да ладно, не пищи ты. Куда ты там пошел, да? Вот тебя что, ты накакала в штаны? Кристина, скажи, ты накакала в штаны? А что у тебя висят они? Как будто накакано. Не надо нас снимать. Берите камеру. Берите, скажи. А знаешь, как я тебя еще научу? Закидываешь ноги. И на коленях висишь. А руки отпускаешь. Ну, а папа сегодня хочет в травму поехать? А нет, ну хорошо.
На, прыгай. Да не я делаю. Не, давай делай. А чё, слабо? Да слабо. Я уже свое отделал. Давай. Да я тебе покажу. Ну давай быстрее, у меня ребенок сейчас упадет. Да, держи. Давай, сделай так, как ты сейчас делал. Не надо снимать. Не снимайте нас. А ты, я не могу это сделать. Я не помню, ты же отпускаешь от головы, по-моему, фига. Я бы сейчас профигачил. Ой, не льсти себе. Может и нет. Не буду я делать, тем более на камеру. А чё ты? Давай. До колена. Во. Будь здоров. Будь здоров. Руки отпускай. Отпускай. Так не бойся, ты же ногами держишься. Все, хорошо, я тебя поднимаю. Давай. Все, отпусти, Кристина. Отпусти, отпусти, я тебя держу. Я держу.